Всем привет! Итак, мы продолжаем, вернее, я продолжаю вам рассказывать о том, как можно с легкостью готовить вкусные блюда на вашей кухне, и причем вашими же руками. Я всего лишь вам рассказываю об идеях. Итак, сегодня у меня по плану капрезы. Ну, можем представить, что сейчас, например, не лето, а зима или весна. И вот именно этот капрезе я буду рассказывать, почему именно зимой или весной мы должны приготовить именно так. Для начала мне нужно приготовить соус. Ну, потому что все остальное готовится довольно быстро, а соус готовится дольше всего. Смотрите, я беру рукколу и небольшое количество отправляю в блендер. Я делаю соус из рукколы. Кто-то из вас может сказать, что это песто. Ну, назовем его как угодно. Песто, шместо. Главное, что это должно быть вкусно. Сюда мы добавляем обязательно небольшое количество чеснока. Если бы это было песто, мы бы добавили туда парочку зубчиков чеснока. Но я предпочитаю с чесноком, тем более со свежим, обходиться очень аккуратно. Поэтому у меня буквально вот ползубчика чеснока среднего. И то, может быть, и помельче надо было бы взять. Я его сразу разрезаю на несколько частей. Для чего? Если целый кусочек чеснока отправить в блендер, блендер не сможет его разбить так хорошо, как хотелось бы мне. Кедровые орешки. Я давно наблюдаю за различными блогерами, за кулинарными передачами на российском телевидении и в интернете. И несмотря на то, что кедровые орехи одни из самых дорогих на рынке, они почему-то есть везде. И ни у кого не вызывает никакого смущения, что все их сыпят даже в самые простые закуски. Зачем? Я же их добавляю за тем, чтобы немножко привязать масло к рукколе. Потому что если мы пробьем рукколу и масло, она в итоге возьмет и отсечется. Кедровые орешки хоть как-то немножко сделают вот какую-то дополнительную текстуру и немножко привяжут масло. Конечно, не так, а не будет эмульсии, безусловно, это все равно будет похоже на, ну, некую зеленую такую маслянистую жидкость. Значит, кусок твердого сыра. Понятно, что во времена санкций сейчас нету нормального пармезана в магазинах. Ну, какой-то есть там рижский, белорусский, какой угодно. Главное, чтобы это был твердый сыр, и его обязательно нужно тереть. Потому что какой бы твердый сыр ни был, он все равно эластичнее, чем многие другие продукты, и поэтому блендер его, ну, с трудом тоже может разбить. А иногда бывает, и прям кусочки попадаются на зубах. Закрываю. И все это пробиваем. Если вдруг он плохо пробивается, не хватает ему, надо немножко добавить жидкости. Но в нашем случае это капелька масла. Знаете, что я сделаю? Я сюда добавлю буквально вот не полную столовую ложку, у меня еще ложки глубокие, не полную столовую ложку рассола от маринованных томатов черри. Крутил. Вот, уже полегче стало ему. Воду тоже нельзя переливать, жидкий ингредиент я имею в виду, и масло тоже нельзя переливать, всего должно быть в меру. Значит, нужно обязательно попробовать соус. Он недостаточно соленый, поэтому я немного добавлю соли и еще чуточку пробью. Почему я не добавляю оливковое масло, как делают это многие? Да потому что с оливковым маслом он начинает горчить. А мне хочется, чтобы рукола была на первом плане, потому что рукола – это какой-то некий аналог. Там есть горчичная трава, да, или листья горчицы. Он, когда вот она перерастает, она прям становится ярко-горчичной. Лучше всего брать нежную молодую рукколу. Для соуса она более пригодная, потому что в большой рукколе хоть и больше вкуса, но зато там вот волокна уже стали грубые, и когда он пробивается, потом будет у вас чувствоваться на зубах. Соус готов, и в принципе можно переходить к сервировке блюда. Соус должен быть, знаете, больше, наверное, жидкий, чем густой. Хотя, если у вас есть желание сделать его более густым, тогда больше орехов и больше сыра твердого, оно его загустит,
Но с другой стороны, смотрите, он сейчас имеет ярко-зеленый цвет. Цвет тоже немаловажно. Конечно, красивее подать в зеленом цвете, чем, например, в каком-нибудь сером. В ресторанах наверняка вы ходите и видите, что можно поливать блюдо, уже готовое, соусом, как чаще всего и делают. Я же предпочитаю соус выложить на дно тарелки. Соус у нас готов. Теперь мне нужна моцарелла. Моцарелла может быть только рассольная, то есть вот такая, никакой там для пиццы это все не подойдет. Она должна быть свежайшая, мягкая, ароматная, без всяких там вкраплений какой-то кислоты и еще чего-то. Ее можно нарезать красиво, как чаще всего это показывают на картинках. Но, вы знаете, я предпочитаю делать все немножко, как бы это сказать, так по-домашнему. Или, можно сказать так, более брутально, чем это могло бы быть на каких-нибудь красивых сайтах. Смотрите, что я делаю теперь. Я выкладываю куски моцареллы в тарелку. Так, чтобы это все у нас было красиво. Потому что есть такая техника хаотичной сервировки блюда. Вот как раз ее можно было бы использовать для подачи моцареллы или капрезы, как я это назвал, в такой современной интерпретации. Дальше все очень просто. Мне понадобятся томаты. Желтые черри-томаты – это вообще один из самых таких доступных продуктов. Они даже в магазинах бывают чаще, чем красные черри-томаты. Почему черри? Потому что черри сладенькие. Если, например, в зимний период времени или весенний, когда нету еще нормальных томатов красных, мы можем использовать томаты черри, потому что они ярко-сладко. Нам же хочется, чтобы у нас была какая-то свежесть в капрезе не только из-за рукколы, но еще из-за, например, желтых томатов. То есть мы добавили уже дополнительный цвет в это во все и превратили уже какую-то цветовую гамму, создали внутри тарелки. Дальше я использую в зимний период во время поста. Я рекомендую это делать для вегетарианцев. Это уже готовые маринованные томаты. В моем случае это томаты черри. Конечно, каждый россиянин, взглянув на меня, скажет: братан, это же подводку. Но, да, я согласен, это можно использовать как закуску, понимаете? Но это еще можно использовать как украшение блюда не только визуальное, но и вкусовое. Почему? Потому что, например, в пост реально у меня много друзей звонят мне и говорят: Вась, как нам сделать блюдо вкуснее, потому что нам уже задолбалось эту капусту вареную на воде есть. Нам хочется каких-то вкусов. Так вот, как правило, маринованные томаты, они полноценные. Почему и многие из нас с удовольствием их едят без чего-либо? Потому что здесь есть сахар, соль. Здесь есть сам томат, который собран в нужное время. И, соответственно, мы получаем реально вкусный продукт, который мог бы украсить ваше блюдо, когда у вас нету бакинских, узбекских каких-то томатов. Когда маринованные томаты у нас уже в тарелке и, в общем-то, практически все готово, остаются только маленькие штрихи. Я часто думаю, как сделать блюдо вкуснее, чем оно могло бы быть. Вот, например, руккола имеет яркий, вот как я уже в самом начале сказал, такой некий горчичный привкус. Я считаю, что корень хрена, который я довольно часто использую в приготовлении блюд, очень напоминает вкус рукколы, только он как бы гораздо острее. Так вот, если мы возьмем и на маленькой терочке чуточку добавим натертого хрена в блюдо, то тогда он подчеркнет вкус рукколы и сделает, казалось бы, обычный салат капрезе просто в десятки раз вкуснее. Ну и, конечно, какой салат у нас обойдется без зеленого базилика? Я, конечно, понимаю, что не везде можно и не в любое время года купить зеленый базилик, но я вас уверяю, что, конечно же, капрезе хорош именно с зеленым базиликом. Несколько листочков его украсят, и нужно сделать так, чтобы у нас, конечно же, все ингредиенты были видны на тарелке. Все-таки мы же с вами практически в ресторане. Итак, дорогие друзья, обязательно еще раз напоминаю вам, что следите за своим питанием, следите за теми витаминами, которые вы потребляете из тех продуктов. Обязательно используйте овощи и фрукты. Живите вкусно и до новых встреч!